Всем привет, с вами Вася, сегодня экстренное врубление. Я зашел на станцию Парголова, ну и короче там на всей паре поезд идет. Я отхожу сейчас вот сюда, вот такую вот станцию Парголова, ну там не видно, ну. В общем, да, там просто поезд, он поворот прошел, который там у Парголова, с той стороны тот за две секи, он летит с очень сильной скоростью. С той стороны тоже какой-то белый огонек, но я его снимать не буду. Это, ну, ни хрена себе он летит, как мы видим. Я отойду сейчас сюда вот. Чего? Это что у нас там, ЭДХ? ЭД4М уже сошла на поворот. Туда приход. С запозданием на сколько? Запозданием на сколько? На сколько? Оп-оп-оп-оп-оп-оп. С запозданием на 2 минуты она подходит. Фиг пойми. Кстати, она, походу, многовагонная. Это мой второй ролик, где у меня есть ЭДХ. Ну, смотрите, сколько она вагонная, ну, смотрите, она на путь погнали. 2, 3, 4, 5, 6. 8-вагонная, смотрите, какая длинная. Ох, она проходит, смотрите, наполненная людей. Нет. Вы видели? Наверное, вы не видели, но... Короче, ладно. Кстати, какой интересный... Сейчас я номер ЭДХ я тут посмотрю. 20 лет его назад. Быстро, 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 быстро. Вы слышите это? Кстати, старая ЭДХ, смотрите. Еще вот такие фары. Да, стоп. Сейчас... Вот, на этом я и заканчиваю.